И снова здравствуйте, с вами опять я, Антон Патрикеев, я продолжаю прохождение игры под названием День Победы, четвертая часть за Советский Союз. И в этой серии, как вы уже поняли, я буду захватывать Колумбию. Да, Колумбию. Я что-то сегодня с Боливией путаю. Ладно, как там с тебя там стоят дела? А, уже все хорошо. Французы еще не передумали. Сколько у вас? 32. Нормально, в общем-то. Ну, Тухачевский здесь все быстро сделает. Отлично, я уже начинаю лезть в Колумбию. Каракас. Вот 80, вот это я понимаю. Так, сколько там у Бразилии войск? Ну, примерно 60. На эти слабаки. Кстати, заметьте. У них 10 9. У этих 32. Хотя Парагвай меньше будет. Но зато Парагвай коммунистический. Здесь все более жестко делается. Хотя, подожди. Да, там все более жестко делается. То есть печенье. А, отлично, минус расход припасов. Да, я уже не знаю просто, что изучать. Арабский натиск. А, ну все равно это мое. Так, пока так. А здесь как? Так, ну нормально, да. 99, отлично. Да. Кстати говоря, заметьте, если бы я Колумбию не тронул бы, то есть даже границу не захватил бы, то колумбийцы были бы... остались бы вне войны. Так, смотрите, минус сколько.
Нет, ну Тибет я подарю. А теперь уже мне. В любом случае, в войне участвовали только мои марионетки, они ничего требовать не будут. А, да, кстати, говоря, нужно Спиру оправдать. Вот он, Советский Союз. Так, ну теперь правда стоит только лезть в дело Бразилии. Вот теперь мне нужно звук. И тогда сразу. Да я думаю, сразу на всех смогу вкладывать цели войны. Потому что в случае чего я могу просто сразу всем объявить войну. Ну, вы видите. Сколько у них там войск? Как всегда с ними расправлюсь. К тому же они глупые, они не будут координировать действия. Так, Претория взята, а остался Кейптаун. Ой-ой-ой, слушай. Кстати говоря, вот что первым делом нужно развивать.
Госпиталь. Пятнадцать. А, это вот почему. Так, мастер Вру, быстрый стратег. Понятно, этот Ангрис в пустыне. Да вот только это холмики, горы. Нет, у меня такое ощущение, это они двигаются куда-то. Пока даже так. В общем-то, до августа я могу даже на них не обратить внимания. Ну, да, сейчас просто нужно подождать, пока возьмется Киптаун. Я даже еще проще сделаю. Всей толпению на Киптаун. Заставить ядерными реакторами.
Да, все же таки я подбрасываю парочку ядерных бомб на столицы этих государств. Ну что, он заявит весело. Так, ну как у вас тут? Ну да, так, сейчас нужно подождать. Но я не думаю, что там будет сложно уничтожить, как мне не пал. Так что уничтожу сейчас их и больше не будет. В Азии. О, кстати, вообще-то будет. Португальцы здесь и засели, конечно, в Азии. Да. Не получается. Ну ладно. Ну, сейчас я их быстро уничтожу. Ну, отлично, теперь я просто такую не попал.
Я, кстати говоря, помню, я еще давно играл вот во вторую Викторию, и тогда решил попробовать поиграть за Непал, когда вся Индия была практически британская. Вот это было весело. Я, кстати говоря, захватил всю Индию тогда. Только благодаря французам, которые здесь меня предали. Допустили то, чтобы у них к власти пришли демократы. Нехорошо. Ой, как нехорошо. Ну ладно. Как и нет, я все равно расстроенный. Коль пришли демократы, то хотя бы вышли бы из Коминтерна, чтобы я мог их захватить. А то так получается, я уничтожил всем великие державы. Ну, Япония, Британия, они там остались как марионетки, они не считаются, естественно. Ё-моё, Норвегия. Кстати, я забыл. А, ну да, чей ты там... Чего? Ладно, неважно. Да, ну да, сейчас Тухачевский быстро разберется с ними. Они здесь войска делают. Нехорошо. Я даже не знаю, что уже делать. Вот бронетранспортеры третьего уровня. Отлично. Все. Южная Африка. Пока. О, как раз таки сейчас в Бразилии начну войну. Я вот такое сделал. Да, а вот вы захватываете это. Я сейчас был в неполном перемирии. Пожалуй, спасибо за просмотр. В следующей серии я съем Бразилию, Эквадор и еще что-нибудь здесь. В общем-то, спасибо за просмотр. Пока.